Okay, I'm bored in a house and I'm in a house, boy. Bored in a house and I'm in a house, boy. Bored in a motherfucking house, bored and I'm bored in a motherfucking house, boy. Bored in a house, bored in a house, boy. Bored in a house, bored in a house, boy. I'm bored in a motherfucking house, bored and I'm bored in a motherfucking house, boy. Need me a thick chick sitting on the couch and I'm going through my Netflix. Worth in the motherfucker, I ain't even doing shit. Tell her pull up, make it shake like Nesquik. Neck frozen with nowhere to go, bitch. Popping COD on the PS4. Yeah. Tell the bitch chill like refrigerator doors. We can heat up some ramen. Can't go. Pragli – это виртуальный офис. Это пространство, где коллеги, товарищи или члены команды могут встретиться, поработать или даже поговорить возле кулера. Прагли призван помочь справиться с двумя самыми главными и одновременно противоположными проблемами в удаленной работе – одиночество и общение. В физическом офисе каждый человек может запросто подойти к другому работнику на кухне, в коридоре или митинговых. Но если мы видим, что человек занят, мы не будем его тревожить. После 2 лет удаленной работы двое создателей этого продукта, молодые парни, вдохновились разработкой Прагли, ведь ни один виртуальный офис или программа для коммуникации вроде Скайпа не давала им ощущения присутствия в офисе. На самом деле, аналогов не так-то и много. Один из них — это Соколка, но там примитивные аватары, но зато реальная карта офиса. И Same Page, но там даже обсуждать нечего, интерфейс старенький. Прагли очень уважает твое пространство. Ты всегда можешь выбирать свои рабочие часы, ставить статусы с периодом, чтобы было видно, когда ты закончишь. Там сразу видно, если у тебя запланированы митинги или если ты сейчас на митинге. Эта программа синхронизируется с Google календарем, Outlook, Slack и Spotify. Очень легко начать личную беседу с кем-то, просто нужно нажать на аватар, как и в офисе. Ты видишь, кто присутствует в офисе, и кто свободен, кому можно подойти и что-то спросить. Можно находиться в разных комнатах, можно создавать свои. У Прагли есть еще разные штучки, вроде Icebreaker, игры, викторины, такие себе тимбилдинги. Еще здесь очень хорошо реализована возможность самовыражения пользователя. Огромное количество вариаций волос, одежды, бороды, глаз и так далее. И пока все это бесплатно. Правда, ребята сообщили, что с июня этого года будут добавляться платные аккаунты или фичи, но, скорее всего, это даже к лучшему, ведь таким образом качество Прагли будет только улучшаться. Поработать над тестированием еще стоит. В общем, скажем спасибо этим замечательным ребятам и надеемся, их ждет большое будущее.